площадка для сбора ТКО, точнее уже свалка, около сквера Чернышевского, нашего знаменитого красивого сквера. Вот такая красивая свалка. Каждый день по нескольку раз в день ездим по этой дороге, наблюдаем эту красоту и вот такие раздолбанные дороги. Большегрузная техника приезжает, выгружает мусор, мусоровозы. И все. У нас нет дороги теперь. Вот такие ямы. Они очень глубокие. Сантиметров 20-30 в глубину. Проехать невозможно. Люди, давайте относиться друг к другу с уважением, потому что региональный оператор у нас своевременно вывозит мусор. Администрация тоже для нас старается. Люди сами складывают, складируют, выбрасывают небрежно мусор со своих участков. Там и строительный мусор есть, видно. А так сами все наваливают. Такая у нас красота. Это улица Герцена в Покровке.